станции, как станции? Островного типа. Станция такими странными, интересными трубами светильниками. Называется оцениваем. Комфортно. Удобство навигации. Мам, when guess make a change на стол? Мюсник на стелю. Баэс? Я не знаю, я там вообще не был. А. Я не знаю, поэтому я не вижу. Нет, ну билетные кассы же всегда работают, все удобно. Чистота. Освещенность. Да, достаточно. Климатическая остановка. Удобство навигации. В Москве 2019 уже не удобно, но хотя везде все есть. Чего? А, удобство это. То есть я правильно понимаю, то, что вот здесь тоннели идут, потом поднимаются, потом опять опускаются. Потому что здесь тоннели идут вниз. Смотрите сами. Тоннели вниз идут. Почему такие узкие? Мне кажется, что здесь гораздо лучше, чем здесь. А, нет, все одинаково. Пойдем на более свободный вагон. После наташи мы прогрессия. Окская. В виде реки Ака. Окская, в виде реки Оки. Ну, сделано в виде моря. Да, понимаю. Станция такая морская, в виде реки Оки. Поэтому здесь все вот так выглядит. То есть здесь опять разворачивают. Станции что? Поднимаются, потом опускаются? То есть поднимаются, потом на станции, а потом опускаются?
посижу, отдохну. Станция Юго-Восточная. Станция Юго-Восточная. Платформа справа. Спойлер. Просто станция Юго-Западная сделана так себе. Просто бетон. Станция Юго-Восточная должна быть сделана в виде бамбука, в виде росписей и в виде дерева. Странно, ну ладно. Росписи восточные. Здесь какой-то из этих тарелок, из этих кастрюль, из этих, как это сказать оригинально, из этих таких колб круглых, на какой-то из платформ, на какой-то из этих кругов, из этих колб развалился бетон. Сама колба осталась, но ее белый цвет разрушился. И она либо до сих пор есть такая, в таком плохом виде, либо ее уже восстановили. Не знаю. Если посмотреть. Ну, по крайней мере, Юго-Восточная сделана в виде такой интересной станции. Но, ну ладно, хорошо. Вот не путайте, люди, Касино с Ново-Касино, потому что это две разные станции. Уже, походу, не все. Электрозаводская открылась в прошлом году, но хотя не всем. Все указатели были сменены. Некоторые указатели так и остались до Лефортово, то есть до предыдущей станции Петрозаводской. Вот такая вот красота. Вот такую видишь в некоторых странах. Вот это пассажиропоток. Переход на станцию Лермонтовский проспект. Выход к железнодорожной платформе Касино. Вот здесь пассажиропоток большой, потому что здесь одна из загруженных линий. Из-за Выхина. Вот из-за этого. Вот из-за этого вот это загружено. Очень легко, поэтому будьте аккуратны. Так, чистота. Ладно, вот здесь задымление.
кажется. Ну что? Пересадка. Здесь прям чувствуется задымление, здесь прям видно то, что здесь что-то темное. Чувствуется. Никому не кажется. Дизайн будут на всех остальных линиях. На Лукмановской и на Некрасовской. Почему именно улица Дмитриевского? Не знаю. Аникиевки в Бунинскую аллею. То есть, смотрите, он мне нашел вот это. А можно еще вот так. Ну, интересно. Но наш поезд прибывает со станции улицы Дмитриевского.
задумался, не похож ли дизайн? Ну, кроме колонн не видно. Кроме колонн и скамеечек нет. Кроме колонн и скамеечек одинаковый дизайн. Мы уже вот здесь, мы уже вот здесь. А были вот здесь, а были вот здесь. Мы уже вот здесь. Мы такое уже видели и на Стахановской, и так уже везде, потому что проходит акция «Более свободный вагон» на закрученных линиях, таких как Некрасовская и Таганская Краснопресненская, потому что очень сильно это загруженные линии за кроссплатформенные пересадки выхода на жидкой станции. Поэтому включили акцию такую. И сейчас просто сделали такую акцию, до сих пор она работает, что эти две линии работают в 6 часов утра. Прикиньте. Административная соответственно законодательству Российской Федерации. Пассажирам разрешено находиться в поезде, который следует в тупик. За это предусмотрено административное Российской Федерации. Ну, кроме колонн. Кроме колонн и таких линий ничего не изменилось. Практически такой же цвет на коммунарке, ну ладно, как хотите. Я бы больше всего предпочел. Не, ну так тоже нормально. Ну а на этом мы заканчиваем. Наконец-то дошли.